Детский университет Казанского федерального университета 24 декабря организовал праздничный концерт в честь завершения образовательного сезона 2017 года. На концерте, посвященном Новому году, наградили лучших студентов проекта, а также подвели итоги уходящего года. Напомним, что детский университет создан при Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета. Цель проекта – популяризовать науку среди молодежи, заинтересовать их в процессе познания. Сезон 2018 года начнется 11 февраля, а на лекции детям расскажут про твиттер-дипломатию. Олег Ашин, Андрей Багаудинов, Универньюз.